Всем привет, я Наталья Шульга, ваш проводник в мир эфирных масел. В этом видео вы узнаете все об эфирном масле кориандра. Обязательно досмотрите это видео до конца, и я скажу свой любимый рецепт применения кориандра в приготовлении разных блюд. Я скажу, как добавлять кориандр, чтобы это было очень вкусно, ароматно и, самое главное, с большой пользой для нашей физиологии, для желудочно-кишечного тракта. Итак, поехали. Кориандр сативум. Так должно быть написано по латыни на вашей бутылочке. Это означает, что у вас в руках очень чистый, правильный эфир. Зонтичное однолетнее растение. Кто же и не знает кориандр? И эфир добывается из размолотых семян. Это маленькие такие шишечки, которые очень ароматны и в свежем, и в сухом виде. Добывается методом паровой дистилляции. В составе содержит более 80% спиртов. Линолол, гераниол, барниол. В составе также есть монотерпены, сексотерпены. И сразу понятно, что кориандр будет работать очень мощно на нашей физиологии изнутри, понимая этот состав. Работает как жидкий фестал. В первую очередь мы кориандр знаем по этой характеристике. Если есть нарушение пищеварительного тракта, что-то не усвоилось, бурлит, несочетаемые продукты, переборщили с объемом, сделали ошибки в еде, кориандр будет работать за секунды. Устраняет вздутие, запускает ферментацию, помогает убирать патогены, заставляет наш желудочно-кишечный тракт работать как швейцарские часы. Мягко. У нас были несколько случаев, когда мы были в горах, пищеварение там работает плохо за недостатком кислорода. И буквально одну каплю кориандра эфирного масла на кусочек хлеба, съеденный, возвращает пищеварение в норму. Это чудеса. Работает за секунды. Не зря он входит в состав бленда Digest Zen. Вы обзор Digest Zen точно уже посмотрели. Если еще нет, загляните по ссылке. Антибактериальное, противогрибковое, снижает уровень сахара в крови. С кориандром можно по-настоящему стать здоровым изнутри. При этом это очень мягкий вариант эфирного масла. Его прекрасно можно добавлять в разные блюда. По психосоматике масло лояльности позволяет утвердить себя в социуме, быть таким твердым, успешным, уверенным, без откатов назад, с очень понятной позицией по жизни. И кориандр часто выбирает мужчину в плюс с желанием добавлять его в наши пищевые продукты и желанием добавлять его в разные духи, ресурсные смеси. Кориандр потрясающе пряно пахнет свежестью, здоровьем. Очень аппетитный эфир, один из самых моих любимых из всей пищевой линейки пряностей, которые есть в составе дотера. Ах, кориандр за секунды снимает раздражительность, страх, неуверенность. Вот это вот состояние «не могу, не хочу», он очень мягко позволяет поверить в себя. Вот почему часто мужчины в первую очередь используют кориандр в своих собственных персональных духах. Звучит он шикарно на теле. Кориандр по сути своей очень популярная пряность и в средней полосе России, и в южных частях света, там, где он растет хорошо и благодарно. Самая понятная, доступная пряность, которая вот есть так в расхожем виде, имеющая очень пикантные ноты. Кориандр можно использовать, применяя наружнее, точно так же успешно, как и изнутри. И если его использовать в разведении 1 к 10 с базовым маслом, то можно наносить на проекцию внутренних органов и решать вопросы с пищеварением. Я лично, и здесь мы уже добрались до конца видео, использую кориандр в кулинарии следующим образом. Одна капля на большую порцию салата в базовом масле. Это очень вкусно и, самое главное, с большим смыслом. Вы одновременно работаете с патогенами в кишечнике, создаете кулинарный шедевр и позволяете салату очень хорошо усвоиться. Не все мы, люди, усваиваем грубую водонерастворимую клетчатку. А с кориандром этот процесс происходит гораздо мягче и быстрее. Плюс, если вы готовите домашний хумус, а это все-таки нут, или вы любите готовить чечевицу, а это все-таки специфический вкус. И самое главное, бобовые у нас сложно усваиваются вот в таком виде.
капелька кориандра, введенная опять же в масляной основе, например, с льняным маслом, в готовое блюдо позволяет усваивать очень хорошо даже самые сложные комбинации. Вот этот прием позволяет вам и сделать яркий вкус, и зайти в такую красивую гастрономию. Очень редко кто может похвастаться вкусной чечевицей, приготовленной дома, или вкусный хумус в домашних условиях. А с кориандром все блюда, вот такие сложные, невосприимчивые, начинают раскрываться заново. И у вас линейка пищевая значительно расширяется благодаря эфирным маслам пищевым и в первую очередь кориандр. Я считаю, что кориандр должен быть на кухне каждой девушки, которая любит свою фигуру, понимает, что не стоит заходить в опасные ситуации, когда что-то бурлит, может быть, тебе на свидание нужно идти. И самое главное, те, кто приходит в гости и хочет попробовать ваши блюда, будут в восторге от того, насколько это яркий пряный вкус, мягкий и безопасный. И все уйдут от вас с хорошим настроением, чтобы не было от чечевицы некоторых вопросов пикантных. Все будут обожать приходить к вам в гости и испытывать вот это чувство легкости даже после самого вкусного обильного обеда. Напишите в комментариях, что вы готовите с кориандром и какие ваши блюда в семье прижились быстрее всего.